За 3 месяца парни и девушки школы моделей ТВК прошли десятки часов дефиле, отточили каждое свое движение, что даже контролируют на подиуме кончики пальцев. За время обучения в школе моделей ТВК ребята изучили основы базового позирования, актерского мастерства, хореографии. Они научились и ходить, и позировать, и вообще осознавать, что такое моделинг, модельный бизнес, включаться в него. Кто-то уже делал какие-то фотосессии. Вот эти 3 месяца были таким, знаете, теплым гнездом, куда они приходили с удовольствием, поднимали свою самооценку, чувствовали, что им рады, чувствовали, что их поддерживают, что они здесь замечают их достоинства, подчеркивают какие-то их индивидуальные черты. Мы бок о бок шли с девчонками в течение всего обучения, помогали им. И сейчас, можно сказать, они выходят в модельный взрослый мир, в котором они уже покажут то, чему они научились вместе с нами. Королевская осанка, уверенный взгляд. На импровизированном подиуме ученики демонстрируют то, чему они научились. Умение позировать, держать себя в кадре, показывать достоинство своей внешности. Научились делать всякие разные прически с девочками, фотографироваться, как правильно встать, в какую позу. Научились ходить на каблуках и стало больше подружек. В дальнейшем я хочу продолжить в этой сфере работать дальше. Дальше идти, дальше, все. У нас были фотосессии тестовые сегодня, и это очень увлекательный процесс. И научилась я позировать. Это очень видно по нынешним кадрам. Это заметили многие. И мне очень понравилось, как проходил этот процесс всего обучения. И из этого можно взять многое. Также хотела бы сказать огромное спасибо преподавателям, потому что они были в меру строгие, в меру добрые, очень много нам дали. И сегодня мы получаем награды, мы очень счастливы. Я на самом деле очень рада, что вам понравилось обучение, что для вас это было полезно, особенно если это было для себя. Но если появилось желание продолжать и попробовать себя в карьере моделинга, это круто. Шанс попасть в яркую модную индустрию здесь есть у каждого. Ведь теперь выпускники попадут в базу данных модельного агентства «Русский блеск». Съемки, показы, впереди ребят ждет самое интересное, говорят преподаватели. Они наконец-то окунутся в атмосферу моделинга. Это постоянные съемки, это показы, это рекламные проекты, творческие проекты. Если кто-то из ребят будет подходить по параметрам и росту, мы рассмотрим их для международных контрактов. Каждый выпускник получил свой заветный сертификат базовой модельной подготовки. Теперь ребят ждет работа на масштабных проектах с заказчиками из разных стран и городов России. Научиться позировать перед камерой, иметь красивую осанку и сногсшибательную походку легко и просто в школе моделей ТВК. Сейчас мы набираем новую группу девушек в возрасте от 14 до 25 лет. Записаться можно прямо сейчас. Подробности вы можете узнать по телефону или QR-коду, указанному на экране.